Подъем. Моя спина. Что здесь делал Ли Чинлань? Не знаю. Он уже был здесь, когда я пришла. Страшно. Ли Чинлань такой страшный. Знаешь, твой дядя намного страшнее. Ли Чинлань куда страшнее. Думай, как хочешь. Они ничего не заметили? Не думаю. Ладно, мы это пережили. Вот таблетки, которые увеличат твою силу. Когда найду кого-нибудь получше, поделюсь с тобой. Чистая вода постигает душу? Только не это. Я так распереживалась, что забыла про брата Цанлина. Думаю, по мнению твоего дяди, Цанлину будет безопаснее в темнице Ван Лу. Почему? Он глава праведной секты, но все же оставил тебя, Ван Лу. Значит, сейчас праведники намного опаснее, чем мы. Лиу Цанлин – молодой господин секты Цьян Син. Если он его заберет, то Цанлин не сможет остаться в башне. От прямого удара вернуться легче, чем от стрелы во тьме. Цанлин умрет намного быстрее, если вернется. Точно. Демоница. Спасибо. Какой мне прок от твоих слов? Не языком работай, а сделай что-нибудь хорошее. Что ж, только один из вас выйдет отсюда живым. Хочешь, чтобы мы друг друга убили? Никогда! Даже не мечтай! О? Не мечтать? Я не упаду перед тобой на колени, даже под страхом смерти. Неужели? Что ты там говорил? Если не поторопитесь, то я размажу ваши головы. Для тех, кто ставит жизнь на кон, смерть — это начало. Чтобы жизнь была свободной, в ней должен быть смысл. Они убили себя. Я и не думал, что они настолько преданы Ли Чэньланю. Слушай, почему твой дядя вдруг пришел сюда? Он что-то подозревает? Мой дядя — глава башни Тысячи Прахов. Никто не обойдет его по уме и способностях. Может быть...
Открой. А почему не ты? Лили. Это Ли Чинлань. Иди. Зачем он опять приперся? Уже поздно. Зачем вы пришли? Зачем? Все знают, что ты моя ученица. Тем не менее, я тебя ничему не научил. Как твой учитель, я должен показать тебе пару приемов. Что это с ним? Почему он захотел меня учить? Может, он хочет проверить, вру ли я? Давай. Покажи мне основы. Хорошо, что я знаю несколько праведных техник. Легче легкого. Слишком слабо. Ты когда-нибудь убивала? Учитель, я и мухи не трогала. А теперь трогала. Учитель, ты потрясающий. Лидер секты, вы меня звали? Она показала мне праведные техники. С завтрашнего дня можешь за ней не следить. Есть. Но когда госпожа Джи Янь сражалась на пике Си Юэ, ее приемы казались очень сильными. Лидер секты, несколько дней назад Джинь Янь навещала Лю Цанлина. Думаю, она шпионка из праведной секты и хочет захватить гору Чанзи. А да. Как ты мог об этом не знать? Я докладывал об этом. Лидер секты, Джи Янь принесла очень много проблем. Может, пора изгнать ее из секты? Ада, продолжай слежку. Есть. Свободны. Лин Зе Юй. Ты проводила Цинь Сянь к Джи Янь. Почему ты не доложила мне об этом? Я была не права. Это был последний раз. Есть. Свободно. Вы слышали, что лидер секты обучал госпожу Джи Янь? А? Вокруг были цветы, а на небе луна. Красота. И что было? Госпожа Джи Янь сказала, что и мухи не трогала, а наш лидер заставил ее убить какое-то насекомое. Вот это тактика. В следующий раз тоже заставим девушек из борделя убивать комаров. Слушайте, почему лидеру так нравится эта праведница? Она появилась из ниоткуда. Довольно. Почему вы не спите? В таком случае живо на тренировку. Где Ада? Ада постоянно следит за госпожой Джи Янь. Он редко возвращается. Ясно. Свободны. Есть! Бежим.
Лидер, вы не смогли вернуть госпожу Джиянь? Лидер секты Ли не захотел ее отпускать. Думаю, если нам придется ее вернуть, то на это уйдет больше времени. Ничего страшного. Возможно, в секте Вань Лу ей будет безопаснее. Почему вы так думаете? Мне кажется, что убийцей Цин Юэ был человек из праведной секты. Вчера я видел, что Ли Чэнь Лань заботится о ней. Если она останется в Вань Лу, она будет цела. Господин, вы подозреваете лидера Лю? Мы должны расследовать это. Кстати, что ты знаешь о Цзян Ву с горы Син? Мы услышали о нем лишь недавно. О нем мало чего известно. Раньше он был приближенным Тиина с горы Син. Затем он убил его и стал сам лидером. Недавно он появился в Цзянчжоу. Он всегда был злобным и напыщенным. Кажется, он планирует захватить секту Вань Лу. Цин Цин Цин. Он доверяет секте Вань Лу. В таком случае, мы должны сами придумать, как пролить кровь Джиянь. Госпожа, я уже связался с Юаньзе. Как мы и думали, он не забыл о сыне своего врага. Но Лу Ци... Это Лу Ци? Да. Когда он сбежал из Юаньзе, божество очень сильно помогало ему. Иначе он не мог бы прожить до сегодняшнего дня. Госпожа Чан Юй. С тех пор, как божество запечатали, я стала редко появляться на горе Феникса. Я редко вижусь с теми, кого он приютил. Хоть его и запечатали, мы никогда не забывали про свой долг перед ним. Хорошо. Лу Ци. Я знаю, как мы можем возродить божество. Но мне нужна твоя помощь. Мы сможем его возродить? Прошу, скажите как. Если я смогу помочь, то сделаю все, что угодно. Ты очень добрый ребенок. Божество спасло тебя не зря. Только тебе придется пожертвовать многим. Я едва могу об этом сказать. Госпожа, прошу, скажите, если мы сможем возродить божество, то я готов отдать за него свою жизнь. Тогда что, если твою жизнь действительно придется отдать? Я готов. Джиянь, беги отсюда. Здесь. Мне здесь нравится. Я уйду с тобой. Я должна остаться и отомстить за своего отца. Но все не так. Что не так? Я видела все собственными глазами. Лю Вэй. Папа. Не подходи! Я должна отомстить за отца. Закроем эту тему. Мы никогда не вернем прошлое. Но ты не можешь остаться в Вань Лу. Что в этой секте не так? Даже дядя разрешил мне остаться, сказав, что здесь будет безопаснее. Джиянь! Джиянь!
Эта праведница такая бесстыжая. По вечерам она флиртует с лидерами, а днями ходит к молодому господину из праведной секты. Сестра Циньюй, может, доложим об этом лидеру? Не надо. Циньжиньянь, почему днем и ночью она ведет себя совершенно по-разному? Я обязательно докажу, что секта Цзиньси невиновна. Победитель забирает все. Я дам вам шанс сразиться со мной. Вы либо победите, либо умрете. Либо можете сразиться друг с другом. И тогда победитель выживет. Старший брат. Мы с ним как братья. Как ты смеешь нас стравливать? Если хочешь порезать нас на куски, то режь! Ладно, приступим. Кто-нибудь? Господин? О Цзяньву ничего не было слышно. Я слышал, что недавно он убил тайных стражей. Из секты Ваньлу. Тайных стражей? Странно. Почему господин так переживает от Цзяньву? Генерал! Генерал! В чем дело? Мы все узнали. Те братья искали Цзяньву. И они... Они... Лидер секты, тайные стражи, которых мы отправили в Цзянчжоу, мертвы. Они мертвы? Да. Их тела находятся в западной части Цзянчжоу. Господин Цинь, что вы здесь делаете? Я слышал о беспорядках в Цзяньчжоу, поэтому я здесь. Цзяньву должен поплатиться за содеянное. Это ужасно. Thank you.
Спасибо, господин Цинь. Я должен был это сделать. Дзян Ву снова и снова нападает на Вань Лу. Поэтому я его не отпущу. Лидер Ли, у меня есть предложение. Говорите. Дзян Чжоу располагается на границе горы Чэньцзи и праведной секты. Это уязвимое место. Если секта Вань Лу нападет на Дзян Ву без предупреждения, это может вызвать разногласия. Но Дзян Чжоу также соседствует с башней Тысячи Прахов. Дзян Ву довольно долго причиняет проблемы. Поэтому мы готовы объединиться с вами, чтобы победить его. Лидер Ли, что скажете? Так будет лучше. Но я слышал, что вы не вмешиваетесь в мирские проблемы. Я не ожидал, что вы так быстро примете это решение. Праведные люди должны заботиться о всем живом. Но Дзян Ву в этот список не входит. Я и не думал, что однажды смогу спокойно с вами поговорить. Где Лу Ци? Прошу, успокойтесь. Если вы согласитесь примкнуть к нам, Лу Ци появится прямо перед вами. Говори, что тебе нужно? Праведница Джи Янь примкнула к секте Вань Лу. Думаю, вы слышали о том, что она стала ученицей Ли Чиньланя. Нам нужна эта девчонка. Вы так стараетесь? Из-за какой-то девчонки? Она не какая-то девчонка. Мы уже проникли в секту Вань Лу. Нам нужна ваша помощь в критически важный момент. Это очень важно. Значит, лидер Северной секты, вы готовы объединиться с нами? Где он? Лу Ци. Вот он. Ёнзе, ты... Когда-то праведники убили мою семью. Сегодня я им отомщу. Вот почему говорят, что карма настигнет каждого. Потрясающе. Потрясающе! Завтра я передам эту девчонку вам. Я никогда не нарушаю обещаний. Если вы не сможете ее передать, не удивляйтесь нашей жестокости. Я не такой бесполезный, как праведные псы. Лидер. Это ты шпион, которого подослали праведники? Да. Надеюсь, вы позаботитесь обо мне, и я смогу выйти на Джи Янь. Легко. Я организую жилье на пике Сиюи, в которое вы заедете завтра. Так вы приблизитесь к Джи Янь. Спасибо, лидер. Я так устала от ежедневной помощи, демоницы.
Госпожа, вы так испугались? Все в порядке? Да, повезло, что вы были рядом. Спасибо. Не за что. Я видел вас на пике Сиюи. Вы ведь Джиянь, ученица нашего лидера? Вы меня узнали? Я новый стражник и еще не успел обзавестись друзьями. Вы показались мне доброй, и я вас запомнил. Я тоже здесь недавно, я еще не привыкла к тому, как местные себя ведут. Здорово! Тогда мы можем приглядывать друг за другом. Тогда, если вам нужна будет моя помощь, можете обращаться. Я часто слышал, что госпожа Джиянь очень добрая, и что вы часто помогаете людям с пика. А вас знают все. Что вы? Кстати, госпожа Джиянь, у подножья горы живет бедная семья. Вы можете им помочь. Может, я вас отведу? Ладно. Идите за мной. Что еще за ладно? Госпожа Джиянь, сюда. Праведники тебя ничему не научили? Если незнакомец слишком добрым, значит, он что-то задумал. Не разговаривай с посторонними. Ты его знаешь? Вы с ним друзья? Если нет, то куда ты собралась? Живо отшей его. Извините, у меня появились дела. Мне пора. Эй! Ты ни черта в этом мире не понимаешь. Мозгов вообще нет. Думаешь, если человек улыбается, то он хороший? Дура. Почему ты считаешь всех плохими? Он был одет как страж, но ты когда-нибудь видела таких болтливых стражей? Но никаких но. Госпожа Джиянь. О, очнись, Джиянь. Госпожа Джиянь, что с вами? Что, теперь страшно? Можешь говорить, что хочешь. На этот раз ты была права. Какой в этом толк? Ты либо не будешь слушать, либо ничего не поймешь. Ты никогда не поймешь, насколько добры и хорошие люди. И насколько страшные злодеи. Да, ты права. Я глупо себя повела. Как думаешь, кем этот страж был раньше? Да, глупо тебя об этом спрашивать. Он не похож на члена Вань Лу. Скорее, он им притворяется. Может быть, он праведник? Лю Вэй убил твоего отца, а теперь хочет убить тебя, чтобы избавиться от корней? Это не так. Если бы ты был Лю Вэй, то почему не спас брата Цан Лина, а хочет убить меня? Ты все еще думаешь о своем Цан Лине? Лучше учись мечу, слабакам плана ни к чему. Да. Почему он не спас Лю Цан Лина? Лидер. Кто-то выдал себя за тайного стража и напал на госпожу Джиянь. Все в порядке? Спасибо, лидер секты. Со мной все хорошо. Джиянь в порядке?
Я успел вовремя, нападавший не обронил ни волоска с ее головы. Но так как ситуация была внезапной, я не смог его поймать. Прошу прощения. Говоришь, кто-то переоделся в стража? Да. Но его лицо не показалось мне знакомым. Он не наш страж. Думаю, в нашей секте есть его сторонники. Расследую это. Есть. Передай письмо господину Цинь. В чем дело? Я знаю, что мне не стоит об этом говорить. Но госпожа Джиянь слишком активна. Она практически не спит, бодрствует круглыми сутками. Я так больше не могу. Пожалуйста, лидер, войдите в мое положение. Ладно. Кто-нибудь заменит тебя на 2 дня. Спасибо, лидер. Свободен. Слушаюсь. Бодрствует круглыми сутками? Практически не спит? Вы хотите объединиться с ними, чтобы убить Дзянь Ву? Даже не думайте. Секта Ван Лу никогда не работала с праведными сектами. Лидер Северной секты хоть вас и уважают, но кто давал вам право оспаривать решение лидера секты? Я разговариваю с лидером. Когда это у тебя, жалкого генерала, появилось право перебивать меня? Если мы не объяснимся, то мы не сможем избавиться от Дзян Вау. Неужели стражи впустую отдали свои жизни? Во всем должна быть мера. Если мы объединимся с праведниками, то обречем себя на погибель. Однажды Дзян Ву станет большой угрозой. Пока он не расправил крылья, мы должны от него избавиться. Я уже принял решение. Вам нет смысла спорить. Сегодня кто-то выдал себя за стража и напал на Джиянь. Найдите его. Притворяться стражами — это непозволительно. Есть. Господин, почему вы хотите объединиться? Брат! Праведные секты никогда не любили вас. Я не знаю, что они будут говорить, если вы объединитесь с Ваньлу. Дзянь Ву вредит всему городу Дзяньчжоу. Тем не менее, никто из праведных сект не взялся за его убийство. Он нацелен на секту Ваньлу, они никогда не изменяли своей позиции. Раньше все праведные секты были дружны из-за общих мотивов. Но теперь у каждой появились свои пути и цели. Как мы можем союзничать? Суянь, не попади в ловушку ситуации. Гляди дальше своего носа. Да, господин, ваш ученик понял. На этот раз ты пойдешь вместо меня. Встреться с сектой Вань Лу. И когда вы поймаете Дзян Ву, убей его. Этим мечом. Господин, это... священное оружие. Глава Южной секты, лидер вызывает вас к себе. Немедленно отправляйтесь в зал Цинбо. Глава Южной секты?
Аньсы. Да. Унеси это. Слушаюсь. Глава. Глава Южной секты. Лидер настаивает, чтобы вы немедленно отправились в Цинбо. К чему такая спешка? Если я захочу кого-то спасти, мне не помешает даже дьявол. В этот раз ты пойдешь навстречу вместо меня. Ты должен уничтожить Дзяньву этим мечом. Господин, но это же... Священное оружие. Учитель, вы впервые даете его для убийства врага? Я заметил, что вы чем-то обеспокоены. Я думаю... Ничего такого. Будь осторожен. Не забудьте хорошо отдохнуть. Слушаюсь. Глава Северной секты. Мне удалось схватить Цинь-Джинь-Янь. Меня ранил стражник. Мне больше нельзя здесь оставаться. Прошу вас, отпустите меня. Праведники ни на что не способны. Чего вздыхаешь? Лучше тренируйся и медитируй. Давай, садись медитировать. Что-то бесполезное руководство по боевому искусству. Вот библиотеки башни. Есть первоклассные книги. Демоница. Я скучаю по отцу. Переживешь. Как ты можешь быть такой равнодушной? Но наверняка ты тоже по кому-то скучаешь. Я красотка? Красавица, вся в мать. Дедушка, ты лучший. Нет, мое сердце словно камень. Демоница, ты вернулась только для того, чтобы отомстить Лачинланю? А что потом? Все мелкие праведницы только и думают о всяких глупостях. Я еще даже не начинала мстить, а ты уже думаешь о том, что будет дальше? Тебе будет чем заняться после моего отомщения. А сейчас лучше займись собой. Хорошо. Торчат здесь все время не очень хорошая идея. Так помоги мне, соблазни Лачинланя своим личиком и попроси научить ему чему-нибудь. Или получить разрешение на посещение библиотеки. Разрешение на посещение башни? А что это? Там собраны все книги секты Ваньлу. От первоклассных мануалов, рассказов, всех видов и до странных записей. Скорее всего, именно там можно найти решение для нашей проблемы. Тогда я поищу. А ты получишь разрешение у Лачинланя. Командуешь мной? Я же сказал, иди. Меня ноги не держат каждый раз, когда я вижу Лачинланя. Я не могу. Где твоя храбрость? Ладно, тогда я пойду. Кстати, ты что-то говорила о соблазнении. Как ты сможешь изобразить любовь? Ты же презираешь это чувство. Любовь? Я не ищу любви. Это мне не нужно. Я в нее не верю. Я Лу Джаояо всего добивалась сама. Отвлекаясь на любовь, ты впустую тратишь свои силы и можешь не надеяться на что-то хорошее. Я давно усвоила этот урок. Ладно, я найду Лачинланя.
а ты останешься здесь. Не разоблачи нас. Лидер, глава Юадзинь просит об аудиенции. Лидер, мы обнаружили, что в прошлом месяце глава Северной секты украл комплект одежды стража. Возможно, он объединился с праведником, который напал на Цзиньчжэнь. Глава Северной секты всегда ненавидел праведные секты. Разберитесь в этом вопросе. Приведите главу Северной секты в зал добродетели. Я лично поговорю с ним. В противном случае он никогда не откажется от союза с башней Тысячи Прахов. Есть! Человек, напавший на Цзиньчжэнь, был праведником. Я нашел его. Глава. Это он. Глава Северной секты. Больше вам нечего сказать? Кто ты? Кто ты? Ученица лидера Цзиньчжэнь. Чего вы ждете? Прочь с дороги. Что происходит? Капитан, эта девушка утверждает, что она ученица лидера. А это ты? Я ее знаю. Пойдем со мной. Будьте бдительнее. Лидер сейчас занят переговорами. Ты можешь подождать здесь. Будь добра, воздержись от разговоров и прогулок. Можете идти. Лидер секты, это новые кандидаты в стражи. Приветствуем, лидер секты! У меня есть только одно требование. Это абсолютная верность лидеру секты. Есть, лидер! Можете идти. Здесь ничего не изменилось. Я прекрасно помню то время, когда я повелевала жизнью и смертью. Купаясь в роскоши, и каждый в этом мире меня боялся. Лидер секты, недавно вы нарушили принципы секты Вань Лу. Прошлый лидер никогда бы не объединился с праведными сектами. Вань Лу сохранит свое влияние и останется столпом этого мира, только если... Вы пересмотрите свои решения. Вы уже убрали зону смерти и горные ворота. Но в данный момент вы тратите время не на те вещи. Сейчас мы должны бороться с этим мерзавцем Цзянь Ву. Но Вань Лу никогда не объединялась с праведниками. Гора Син находится на границе наших территорий. Цзянь Ву долго наживается на вражде наших двух сект. Сейчас он осел в Цзяньчжоу. Объединение с праведниками — самый удобный способ избавиться от него. Только тогда на Вань Лу не нападут с двух сторон. Лидер секты! Вопрос закрыт. Кто здесь? Глава Северной секты, это уже слишком. Лидер,
Прошу прощения. Лидер секты. Ничего, вы свободны. Слушаюсь. Лидер секты, если вы настаиваете на объединении с праведниками, то отправьте последователей. Главы Северной секты. Праведница. А я уже забыла, насколько глава ненавидит праведные секты. Но до того, как присоединился к Ван Лу, он был одним из них. Жена. Жена. Сынок. Дорогая. Дорогая. Ненавижу тех, кто нападает кучей на одного. Особенно, когда они мучают женщин и детей. Юаньзе, я помогу тебе. Ада, убери эту голову. Слушаюсь, лидер. Похоже, ночью ты смелее. Ты подглядывала за мной? Почему ты себя так днем не ведешь? Учитель, все знают, что я ваша любимая ученица. К тому же правила созданы, чтобы их нарушать. Тогда почему ты не такая смелая днем? Учитель, это называется бояться до смерти? Опять проверяет меня. Учитель, я ненадолго задремала. И Лу Джао Яо снова приходила ко мне во сне. И что она делала? Ничего особенного, просто стояла. Но, учитель, мне не очень нравится, что она мне снится. Она во тьме, а вы здесь. В любом случае, у вас незавидное положение. Почему бы нам не найти ее? Ты можешь ее найти? Сейчас нет. Но если бы у меня были книги для изучения, возможно, мы смогли бы найти покойных. Тогда скажи мне, как она выглядит? Как она говорит? Как стоит? Ну, прямо так. Ничего особенного. Почему он так подробно меня расспрашивает? Здесь же больше никого нет. Почему притворяется, что скучает по мне? Вкусно. Мой любимый вкус. Я же классная.
Вмятина. Стоп, от чего мне прятаться? Так она... Завтра иди в библиотеку и... ищи все, что тебе нужно. Такое выражение лица. Что с ним? Сестра Зайёй, эта праведница такая надменная. В зале добродетели она вела себя как дома. Последний раз, когда я ее видела, она была другой. Скажи, может ли человек меняться так быстро? Сяо Ай, завтра отправлюсь в Дзянчжоу. Приглядывай за ней. Слушаюсь. Но я слышала, что очень много братьев не вернулось после отъезда в Дзянчжоу. Сестрица, ты обязана вернуться. Будь уверена, Дзян Иву придется постараться, чтобы меня убить. В зале, а теперь здесь. Быстро бегает. Госпожа Джиянь, сейчас вам нельзя в темницу. Иначе лидер секты может оказаться под давлением сплетен. Но я ненадолго. Это ты? Аньву, ты цел? Уходи отсюда! Сяоэнь, бежим! Аньву! Аньву, твои раны.
Как зовут главу башни Тысячи Прахов? Цинь Сьень Сьень? Цинь Сьень Сьень. Твой папочка уже идет. Демоница! 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 Ли Чэньлан запретил мне видеться с братом Цанлином. Давай быстрее придумаем план, ладно? Ты отдала те таблетки Цзянлину? Если да, то все отлично, он не умрет. Пусть тянет время, пока они просто не забудут. Ты до сих пор беспокоишься о других? Просто веди себя хорошо и сконцентрируйся на двух вещах. Во-первых, найди время на развитие своих сил и самосовершенствование. Во-вторых, найди тех, кто будет делать добро за меня. Ты должна тренировать выносливость. С такой выносливостью тебя любая собака запугает. Я слышала, что вчера ты столкнулась с главой Северной секты. В детстве мне говорили, что лучше встретиться с Лу Джоу Яо, чем с ним. Он правда такой злой? Да. Но он был предан мне. К сожалению, у меня не было и шанса рассказать ему, кто я на самом деле. Если бы он помог мне убить Ле Чинланя, это была бы половина успех. Ты до сих пор хочешь убить Ле Чинланя? А ты как думаешь? Я должна положиться на тебя, чтобы ты его соблазнила, и он добровольно сдался? Почему мы опять говорим про соблазнение? Вообще-то я считаю Ле Чинланя хорошим человеком. По твоим меркам, быть хорошим человеком проще простого. Нет. Ты что, забыла? Ученики Ван Лу, которые меня отравили на следующий день, были сосланы на плантацию подножья горы. Мне кажется, такая договоренность лучше, чем суровое наказание. Чем это лучше? Рано или поздно те, кто спас Ле Чинланя, станут для него угрозой. Секта Ван Лу принимает только порочных и злых. Когда они вступают в Ван Лу, они клялись мне в вечной верности. Я лидер секты. И они в долгу передо мной за то, что я защищала их, несмотря на сопротивление всего мира. Взамен мне нужна была только их верность. А они даже этого дать не могут. Неблагодарные. Бессовестные. Они не знают верности. Убивать таких людей значит вершить правосудие. Ты все еще думаешь, что Ли Чинлань поступил правильно? Поживем, увидим. Посмотрим, что с ним случится, раз он так добр. Вот увидишь, из-за своего милосердия он помрет от моей руки. Я заберу у него все. Уже темнеет. Я пойду в библиотеку. Через 3 дня после смерти Шуань восстал из могилы. Он выглядел точно так же. Но его слова и эмоции были совсем другими. Кто ты такая? Он заявил, что был в мире божеств, который выглядел точно так же, как мир смерти. Там обычные люди, но они пьют разные эликсиры и таблетки. Кажется... Существует ли такой мир на самом деле? Когда он здесь появился? Я же ничего такого не сказала. Учитель, давно вы здесь? У этой сказки есть продолжение? Читай. Продолжения нет. Я просмотрела много книг, но в них написана какая-то чушь.
Мне кажется, идея призраков и богов в нашем мире слишком иллюзорна. Если призраки и боги — это выдумка, то что ты здесь делаешь? Учитель, вы такой шутник. Следи за тоном. Тут так много книг. Давайте поищем еще, я пойду к другой полке. Учитель, вас тоже заинтересовали эти книги? Я хочу найти ее больше всего на свете. Найти меня? Чтобы сразу же избавиться? Не могу достать. Учитель... Учитель, помогите мне. Возьми эту. После того, как я приняла Муцина в секту, я нашла ему учителя. Может, этот учитель был даосонским монахом, который хотел быть божеством, или монахом, который поклялся Будде? Это из-за него Муцин стал таким? Или, может, ему не нравится, когда его соблазняют напрямую? Попробуй по-другому. Учитель! У вас такие красивые глаза, в них будто целый небосвод. Ты боишься? У тебя красивые глаза. Они сияют, как звездное небо. Так вот, что тебе нравится. Учитель, я очарована вашими глазами. Да что такое? Он же был так уверен, что глаз от меня не мог оторвать. Ладно, на сегодня соблазнений достаточно. Мне от него кое-что нужно. Учитель, у вашей ученицы еще есть одна просьба. Говори. Ваша ученица думает, что у нее мало навыков. Может, мне не хватает энергии ци? Учитель, у вас нет какого-нибудь лекарства, которое сделает меня сильнее? Учитель, вы такой добрый! Уродец есть уродец. Я не думала, что в тебе столько страсти. Хоть ты и не показываешь эмоции, когда кто-то тебе льстит и флиртует с тобой, но тебя разрывает от наслаждения изнутри, да? Кажется, мне нужно будет изменить свою тактику.
Ты это видел? Мы не должны этого говорить. Поднимай скорее. Юаньзе? Что он здесь делает? Как вовремя. Наконец-то мы сможем с ним поболтать. Глава Северной секты. Я справлюсь с ней в два счета. Глава Северной секты, я хочу... Что вы делаете? Дитя праведных сект. Что ты себе позволяешь? Старик, почему ты себя так ведешь? Я твой лидер, Лу Джаояо. Тогда я твой отец. Это не твой меч. Кто это здесь? Кто здесь? Странно. Я что-то слышал. Пойдем. Ты сказала, что на тебя напал Юнзе, но зачем ему это? Кстати, кроме руки, куда ты еще тебя ранили? Если я не ошибаюсь, то это был древний обеполый изогнутый меч. Мечи разделяют на мужские и женские? Больно? Это просто рана. Ничего страшного. Налей мне чай. Демоница, ты расскажешь об этом Ли Чинланю? Не нужно ему говорить. Я уверена в верности Юаньзе. Он просто подумал, что я — это ты. Мне не обойтись без его помощи в убийстве Ли Чинланя. Ты правда так хочешь присвоить себе место лидера? Присвоить? Место лидера секты с самого начала принадлежало мне. Ладно, ладно. Ты права. Я переживаю, как бы Юаньзе не сговорился с праведниками. И не забыл о своей цели, помогая врагу. А что произойдет, если он забудет свою цель? Что бы ни произошло, это не твоя забота. Это тебе. Принимай по таблетке в день. Это другое лекарство. Будь умницей, пей таблетки и медитируй. От этого зависит твой прогресс. Хорошо. На, лекарства. Принимай по одной день, они отличаются от предыдущих. После приема займись медитацией. Это поможет стать сильнее. Ладно. Юаньзе нужна кровь Джиянь? Что он задумал? Ада! 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 Сколько он уже спит? Не знаю. Ада, сегодня не следил за Джиянь? Следил, но вырубился прямо на дороге. Я думал, что следить за сектанткой будет легче легкого. Хорошо, что не выбрали меня. И не говори. Пошли. Забудь про него. Давай выпьем. Смотри, Ада еще спит. Пусть спит, пусть. Пошли, пошли.
Господин, пройдемте в приемную. Приемную? Твоя госпожа управляет сектой Цзиньсинь. Видимо, она живет в роскоши. Спасибо, глава. Отойди. Из-за запаха праведных псов у меня болит живот. Слушаюсь. Прошу. Глава, вы пришли сюда, потому что у вас появилась зацепка. Кровь Джиянь? Я сдержал свое слово. С сегодняшнего дня мы друг другу никто. Наконец-то. Не зарекайтесь. Думаю, кроме жизни Лу Ци, вы захотите кое-что еще. Праведные секты могут помочь вам. Возможно, вы хотите стать главой Вань Лу? Думаю, вам стоит хорошенько над этим подумать. Почему бы вам не остаться и обдумать это, а затем дать мне ответ? Юанзе, как ты посмел меня обмануть? Только что ты говорила о главенстве Вань Лу. Судя по вашей надежности, мне кажется, что даже если вы станете главой, вы не останетесь им надолго. Что это значит? Как глава горы мог так подло обмануть меня с кровью Синь Джиньянь? Вы должны вернуть мне Лу Ци. Вдова, ты сошла с ума? Этому старику нельзя доверять. Заставьте его вернуть Лу Ци. Думаете, ничтожным праведником позволено так себя со мной вести? Глава, вы находитесь на территории секты. Синь Джиньсинь на праведной территории. Если что-нибудь вы сделаете... Боюсь, Ван Лу этому не обрадуется.
Ладно. Однажды вы еще заплатите за сегодняшнее унижение. Сколько мне еще ждать, когда ты проснешься? Госпожа, говорят, приходил Юанзе. Приходил, но та кровь была пустышкой. Юанзе нас обманул? Сначала я тоже так подумала. Но когда я увидела его лицо, мне показалось, что он врал. Но... Возможно, кровь Яньжи бесполезна. Как это возможно? Она из семьи Цинь. Наверное, только мужская кровь сможет возродить Мин Сюаня. Тогда что нам делать? У нас только один выбор. Мы можем понадеяться лишь на одного. И придумать, как достать кровь Цинь-Цинь-Синь. Но Цинь-Цинь-Синь слишком силен. Многие праведники его поддерживают. Боюсь, мы не сможем к нему подобраться. Мы не должны думать об этом. Чем бы нам ни пришлось поплатиться, я должна достать кровь Цинь-Цинь-Синя. Если не получится сделать это тайно, то я возьму ее прямо перед его носом. Вы хотите сказать? Праведные секты вдоволь насладились миром. Теперь нам пора поднять шторм. Джиянь, жди меня. Живее! Из темницы сбежал праведник. Он бежит к Сиюи, ловите его. Он сбежал. Что делать, что делать? Стоять! Куда собрался? Нет, я должна спасти его. Стоять. Где лекарство? Лекарство? Не знаю. Не знаешь? Тогда скажи, почему Лиу Цанлин вдруг так быстро поправился? Судя по его способностям, ему повезло, что он вообще выжил. Не говоря уже о том, что он сбежал из темницы и попал на Сиюи. Спрашиваю еще раз, где лекарство? Прости, демоница. Я отдала его брату Цанлину. Я очень виновата. Вот оно что. Ты еще и врешь мне. Неплохо. Ты стала смелее, сев мне на шею. Я боялась, что он умрет. Значит, это была бы его судьба. Но он попал сюда из-за меня. Если он умрет, то я никогда себя не прощу. Хватит.
виновата. Я со всем разберусь. Я его спасу. Стоять. Спасешь его? Ты хоть знаешь, как это сделать? Можешь сказать, как мне его спасти? Встань ровно. Вытри слезы. Теперь дважды покайся. Демоница, мне стыдно, что я тебя... Дважды! Мне стыдно, стыдно, стыдно! Я больше никогда тебя не обману! Я буду обо всем рассказывать! И еще? И еще ты должна сказать, как спасти брата Цанлина. Ищите! Он ранен, так что не мог убежать далеко. Ты туда, остальные туда. Джиянь? Как ты здесь оказалась? Дай сюда. Джиянь, давай сбежим. К тому времени Цанлина окружат стражи Ваньлу. Их не обойти. Но ты ученица лидера секты. И ты можешь попросить Цанлина взять тебя в заложницы. Повсюду стражи Ваньлу. Я ученица лидера, возьми меня в заложницы. Джиянь, ты... Быстрее, солнце скоро сядет. Если я появлюсь, то всему конец. Джиянь... Быстрее, не перечь мне. Пошли. Спасите! Отпусти ее! Ты должна кричать, даже если тебе не больно, подумай о Цанлине. Направь на себя меч. Ты должна задать атмосферу. Скажи, что тебе страшно, и прогони их. Скажи, что он делает тебе больно. Ты должна вжиться в роль, поняла? Как больно и страшно. Он хочет меня убить, не подходите. Не двигаться. Один шаг, и я убью ученицу вашего лидера. Ты можешь постараться? Кричи громче. Мне страшно, как больно. Он меня убьет, не подходите. Доложите лидеру. О, нет, 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 нет. Черт. Я не знал, что на горе Джинзи терпят проделки преступников. Глава! Лучше бы ты столкнулась с Джао Яо, чем с северной главой. Но в итоге попала на обоих. Праведник! Как ты смеешь быть таким наглым? Я не знала, что он стал таким сильным. Черт, с ним не сравнится даже 10 тысяч Цанлиней. Все праведники – ничтожество! Задержи его. Задержи до заката.
Затем я с ним разберусь. Бегите. Глава Северной секты, я ученица лидера. Спасите меня. Малявка, ты ученица лидера. Разумеется, я тебя спасу. Джиянь! Брат Санлин! Цинь-синь тоже. Одни слабаки. Брат Санлин. Старик, ты совсем обнаглел? Не смейте оскорблять мою секту! Брат Санлин. Когда праведники напали на бывшего лидера в гробнице меча, ты ведь тоже в этом участвовал? Сегодня я отомщу за покойного лидера. Старик, своими словами, ты только все усложнил. Брат Санлин. Хватит. Брат Санлин. Не трогайте его. Оставь его. Брат Санлин. Прошу, оставь его в покое. Прекратите. Прошу, оставьте его в живых. Как ученица лидера секты может заступаться за своего похитителя? Прошу, не трогайте его. Уводи Санлина. Пошли. Наивная. Лидер секты, мы вычислили всех сообщников Дзян Ву и Дзян Джао. Мы преследуем сбежавших. Хоть мы и не знаем, где находится Дзян Ву, мы уверены в том, что сейчас он не опасен для нас. Хорошо. Вы отлично постарались. Спасибо, лидер. Лидер, заключенный сбежал из темницы. Он взял госпожу Джиянь в заложницы и сражается с главой Севера. Лидер. Быстрее. Юань Зе слишком силен, вы его не победите. Мы не можем идти, брат Санлин сильно ранен. Спрячьтесь и не показывайтесь. Thank you.
Я же сказала, не трогай его! Ты меня не услышал? Наглая девка! Можешь не говорить. Я сама тебя назову. Может, Моцинь? Моцинь, Моцинь. Легко произносится и прилипчивая. Приветствуем лидера! Лидер, я почти прикончил праведника. Но ваша ученица мне помешала. Это... И что? Я разберусь сам. Свободны. Как ты? Этот уродец говорит так, будто я его соблазнила. Я должна его убить. Мне не хватает энергии. Учитель, я подумала, что больше никогда вас не увижу. Это не так. Если ты захочешь, я всегда буду рядом с тобой. Лидер, что нам делать с членом Цзиньсянь? Убить его. Есть! Учитель, он мой друг детства и хороший мужчина, за которого я должна выйти замуж. Хотя мы не влюблены, но он очень близкий для меня человек. Хочешь его спасти? Стража, уведите его в зал Цинбо. Есть! Пошли! Глава. Ли Чэнь Лань. Ты заплатишь за унижение, которое я пережил. Проснулся? Ты проспал весь день. Пора следить за Джиянь. Госпожа Джиянь! Мне конец!
меня звали? Вылечи ее. Как она? Пара царапин. Она потратила слишком много сил. Гуханьгуан, давно не виделись. Через сколько она поправится? Ей не нужно лечение. Пусть выпьет лекарство и восстановится. Что? Ты не будешь меня лечить? Но у нас есть тот, кто серьезно пострадал. Как поправится, выпни его на гору Чэньси. Ладно. Хотя бы будет жив. Хорошо, что не пришлось никого молить. Что мне делать? Мне нельзя в зал Циньбо. Он в порядке? Они вылечат брата Цанлина? Лекарство Дзю Джуань? Ты потратила много сил. Медитируй и поправляйся. Придешь за второй таблеткой через 10 дней. Я думала, ты отдашь мне коробку. Учитель, я займусь медитацией. Учитель, уже темнеет. Вы... Еще не темно? Я думал, что никогда тебя не увижу. Но кто же знал, что, несмотря на всю мою невезучесть, мне посчастливится встретить тебя. Джао Яо. Наконец-то ты вернулась ко мне. Однако сейчас ты меня ненавидишь. Я знаю, что кроме того, что случилось в гробнице меча, у нас много хороших воспоминаний. Хоть они и освещали мою жизнь, для тебя они были не более, чем ветер, ласкающий пальцы. Мне и без того повезло снова встретить тебя. Я больше ни о чем не прошу. Я лишь надеюсь, что смогу защитить тебя. Я обязательно сделаю так, чтобы тебе ничто не угрожало. Я всегда ношу с собой серебряное зеркало. Прошло много времени. Я забыла, кто его подарил. Thank you.
Куда подевался этот комок страсти? Я и не заметила. Генерал, лидер еще здесь? Стража докладывала, что он не выходил. А Джиньян? Ну, я не знаю. Кажется, она тоже была там. Откройте. Почему я никого не вижу? Джиньянь, что вы здесь делаете? Я... Зачем она пришла? Почему ты не на пике Сиюэ? Госпожа Джиньянь, когда вы ушли? Я прямо перед... Почему ты ее боишься? Просто ответь. Какое ей дело до зала Циньбо? Если вам легче, то возвращайтесь на Пиксиуе. Чего ты боишься? Пошли. Пошли. Ладно. Я сама с ней разберусь. Забудь, пошли. Почему Цинжиньянь ведет себя как сумасшедшая? Ты так долго находишься в этой секте, пора бы стать смелее. Но к людям нужно относиться по-доброму. Почему ты не осталась дома? Точно. Я хотела спросить про брата Цанлина. Где брат Цанлин? Он в порядке? Глава Южной секты вылечил его и отправил на Джинзи. Он жив, не переживай. Госпожа, ваша лошадь уже старая. Боюсь, ее нельзя вылечить. Если ты не сможешь ее вылечить, то мне придется тебя убить, а затем найти того, кто сможет. Помилуйте, госпожа! Помилуйте. Спрашиваю еще раз. Ты ее вылечишь? Да! Да! Да. Госпожа. Ты уже давно находишься в Анлу. Пора бы стать смелее. Но с людьми нужно обращаться по-доброму. Почему ты не осталась дома? Точно, я хотела спросить о брате Цанлине. Где он? Он в порядке? Южный глава его вылечил и выпроводил с горы. Он цел, не переживай. Оказывается, южный глава такой удивительный. Но брат Цанлин был сильно ранен. Как он вылечил его за день? А сама как думаешь, если бы Гухань Гуан не был на это способен, разве я приняла бы его в секту? А как же ты? Тебя он тоже лечил? Я заметила, что северный глава ранил тебя, но теперь ты в порядке. Я съела таблетку Дзю Джуань. Ее создал Гухань Гуан. Считай, он меня вылечил. Таблетку Дзю Джуань? Вот оно что! Это та таблетка, ради которой ты готова отдать все свои силы, но заполучить ее. Если твой южный глава смог ее создать, то почему он сам ей не лечится? Я слышала, что раньше он был красивым, учтивым мужчиной. Ты мало что знаешь. Мой южный глава принадлежал к правой секте Сюдзунь. Затем он сбежал оттуда.
Его зовут Гу Чинь, второе имя Хань Гуан. Его звали проклятием дьявола. Он был настолько опытным лекарем, что мог возвращать людей из ада. Когда он обрел популярность, он забрался высоко в горы, и с тех пор о нем не слышали. Но спустя время по всему миру разнеслись новости о том, что он присоединился к Ваньлу. Из учтивого красавца он превратился в бледнолицего парня. Он боялся, что никогда не избавится от этой хладности. Затем весь мир обвинил меня в том, что я, жадная до власти чужих сил Джао Яо, испортила жизнь Хань Гуана. Значит, все из-за тебя? Я прошла через множество бурь и пережила много бед этого мира. Уверена, в этом мире нет ни одного мужчины сильнее меня. Я ценю его знания. Но если кто-то и охотится за чужими силами, то это Гу Ханьгуан. Значит, он стал таким из-за женщины, а не из-за меня. Из-за кого? Это его личное дело. Вот у него и спрашивай. Прекрати. Как я могу у него спросить? Может, расскажешь немножко? Обещаю, я буду делать для тебя хорошие дела. Договорились? Разве это не твоя обязанность? Не возвращайся на Сиуэ, уходи с горы. Вперед и с песней. Вам помочь? Нет, нет. Я могу вам помочь? Здравствуйте, вам не нужна помощь? Нет. Джиянь. Брат Санлин. Джиянь, давай сбежим. Ты уже выздоровел? Если да, то быстрее уходи. Нет, я должен забрать тебя. Брат Санлин, когда ты уже поймешь? Я не пойду с тобой. Прошлое не вернуть. Я думаю, что в Тяньсинь в 100 раз опаснее, чем Вань Лу. В секте Вань Лу мне очень хорошо. Они не наказывали меня, не били и не ругали. Смотри сам, я могу пойти, куда захочу. Я уже сделала выбор. Больше не проси меня об этом. Уходи. Джи! Лидер? Где Джи Янь? Она вернулась на Си Юэ. Уберитесь в зале Джоу Чэнь. В зале Джоу Чэнь? Уберитесь и посмотрите, чтобы в шкафах не стояло много вещей. Это не так сложно. Поставьте кровать с северо-востока. С северо-востока? Разве она не будет стоять рядом с вашей кроватью? Приступайте. Есть. Лидер? Что он приказал? Почему он такой довольный? Иди и уберись в зале Джоу Чэнь. В зале Джоу Чэнь? Зачем нам там убираться? Неужели лидер хочет поселить Джи Янь? Да.
для брата Цанлина так будет лучше. Крепись. Здравствуйте, вам помочь? Нет, нет. Здравствуйте, вам нужна помощь? Нет, нет. Вам точно не нужно помочь? Нет. Постойте, я могу... Извините, мне очень жаль. Лидер? Простите, простите, что обидела. Хватит. Ты знаешь, что тебя хотят убить? А? Ну, знаю. Тогда почему ты ушла с горы? Чтобы сделать хорошие дела для Джао Яо. В следующий раз предупреди Аду. Ты должна возвращаться до заката. Хорошо. Чуть не умерла. Здесь тоже ничего полезного. Но ее можно отдать Джиянь. Спасибо, что проводили, лидер. Возьми. Что это? Надень в следующий раз. Хорошо. Хорошо. Собирай вещи. Мы пойдем в зал добродетели. Я жду тебя во дворе. Почему ты привела уродца? А? Нет, нет, нет. Мне нельзя быть с Чинланем. Я едва дошла до сюда. Когда он молчит, то мне кажется, что его аура меня расплющит. Ты должна звать его учителем. Веди себя естественно и кокетничай. Ну-ка, попробуй. Учитель? Что это? В руке. Он дал мне это. Я сама не знаю, что это. Это талисман любви. Надевай, соблазни его. Попроси его найти книги получше и хорошие лекарства. Нет, 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 я не могу. Ничтожество. Схожу сама. Пошли. Куда? В зал добродетели. Зачем нам туда идти? Ты же моя ученица.
какая ученица будет жить на пике Сиюи? Вот уродец. Ты не хочешь? Нет, хочу. Идемте. Я сделаю все, что вы скажете. Ты влюбился в это тело и хочешь держать его ближе к себе. Тогда ты сможешь им любоваться, трогать его и пользоваться им. Не думай, что я не вижу. Твой извращенный ум. Учитель, мы так долго идем, у меня устали ноги. Понесете меня? Залезай. Я очень тяжелая. Я справлюсь. Пошли. Быстрее. Идем. Уродец. Умри. Я не могу пробить его кожу. В чем дело? Ни в чем. У вас очень приятная одежда. Я не смогла удержаться. Продолжай. Мои силы. Учитель, вы ведь устали? Может, поставите меня? Не устал. Госпожа, это место не такое, как остальное на горе Чинзи. Надеюсь, вы будете соблюдать правила. Хватит. Я знаю правила. Я буду их соблюдать. А ты должна повиноваться мне. Ладно, я устала. Свободны. Генерал, разве я не прав? Цинь-Джи Янь очень сложный человек. Лидер только портит ее. Уродец. Не думай, что я не понимаю, зачем здесь кровать. Твоя ведь стоит по соседству в зале Циньбо. Если убрать стену, то мы будто будем спать вместе, да? Я тебя насквозь вижу. Раз мы стали так близки, то мне остается не выдать себя, и тогда я не испорчу сюрприз.
демоница, что-то случилось? Тебя кто-то обидел? Кто на это осмелится? Солнце скоро взойдет. Иди в зал, Джоу Чэнь. А где он? За залом добродетели, по соседству с Циньбо. Ты будешь жить там. Иди туда. Если что, спросишь дорогу. Теперь тебя никто и пальцем не тронет. Подожди, а ты не пойдешь? Я должна найти Хань Гуана. Зачем? Чтобы украсть яд. Дудник даурский, ложный женьшень, перец лолот. Какой интересный рецепт. Призрак, что ли? Демоница, ты вернулась? Демоница, где ты взяла суп? Не твое дело. Отнеси его Ли Чинланю. Я? А кто еще? Стоять. Демоница, я знала, что у тебя доброе сердце. Все, иди. Проследи, чтобы Ли Чинлань выпил его до последней капли. Я добавила туда кое-что вкусное. Иди. Иди уже. Успокойся, не нервничай. Ничтожество. Даю тебе еще один день. Один талисман любви. Недотепа. Я найду еще один такой же, чтобы у каждого был свой. Это так важно? Демоница, почему мне кажется, будто мы не увидим завтрашнее солнце? А я его очень сильно жду. Учитель, я сегодня пролила суп, поэтому приготовила для вас другой. Попробуйте. Семишаговый яд Хань Гуана. Бесцветный и безвкусный, сразу же насыщает кровь. Принявший его тут же отправится в преисподнюю. Уродец. Поплатись за свои грехи в аду. Учитель, я пойду. В чем дело? Он выпил все. Почему он не отравился? Что?
Диваница, ты вернулась? Яд Ханьгуаня совершенно бесполезен. Так не пойдет. Я должна придумать другой способ. Диманица, ты уверена? Ты правда не остановишься? Не надо рисковать своей жизнью. Я так больше не могу. Кто-то украл мой яд. Оказывается, его скормили тебе. Знаешь, кто это сделал? Ли Чэньлань. Не усложняй мне жизнь. Боюсь, теперь твоя жизнь станет очень сложной. Лидер! Лидер! Учитель! Учитель, зачем вы пришли? Меня заинтересовало заклинание смерти, я выучила его и захотела испытать. Вы же в порядке? Ты быстро учишься, но навыков не хватает. Демоница, что с тобой происходит? Ты то варишь суп, то учишь заклинания. Что делать, если ты разозлишь Ли Чэньлань? Что делать? В каком смысле? Я свалю все на тебя, и он тебя казнит. Демоница, ты такая злая? Демоница, тебе обязательно убивать Ли Чэньлань? Обязательно? Да, обязательно. Но у тебя нет прежних сил, и Северный глава отказался тебе помогать. Даже если ты и станешь лидером, то ненадолго. Кто смеет забрать у меня то, что я хочу? Звание лидера изначально было моим. Я вернусь, и когда я снова стану лидером, никто не лишит меня этого звания. Разве Ли Чэньлань не лишил тебя его? Ты... Что он может? У него есть только меч Вань Цзунь. Когда я потеряла этот меч, я будто лишилась всего мира. Меч Вань Цзунь? Прошло столько времени, а ты все думаешь о нем? Демоница, мне кажется, что в мире есть такое же сильное оружие, как и этот меч. Или даже еще сильнее. Сестренка, наконец-то от тебя появился прок. Демоница меня похвалила? Учитель? Входи. Учитель, сегодня такая красивая ночь. Я хотела предложить посмотреть на Луну. Вы уже закончили с делами? С пагоды на пике Сиюи открывается лучший вид. Пошли. Учитель, вы такой добрый. Учитель, ночью так красиво, правда? Сегодня я наблюдала за тренировкой стражей. Они такие смелые. Кажется, у них особое оружие. У Ада два молота. У Лин Цзунь Юнь красивый хлыст. Когда на меня напал Северный глава, у него была особая трость. Я слышала, что золотые иглы Южной главы не только спасают жизни, но и убивают без следа.
А вот у меня нет своего оружия. Учитель. Какое оружие нравится тебе больше всего? Меч Ван Зюнь. Может, его и отдашь? Я слышала, как на острове Люохэ есть особый меч, созданный из пика божественным светом и ветром. Спустя долгое время он стал драгоценным. Бесценным. Меч Люохэ. У тебя хороший вкус. Тогда, учитель, я... Сегодня я занят. Завтра он будет твоим. Говорят, чудища, которые охраняют меч, и множественные ловушки... Сгубили очень много воинов. Учитель, вы не боитесь? Сегодня такая красивая луна. И правда. Тебе нравится? Нравится. Если так, то этого достаточно. Почему сердце так бьется? Это побочный эффект от пустышки? Такого не может быть. Не может быть. Я покину гору на 3 дня. Пока меня не будет, всеми делами будут управлять стражи. Если возникнут вопросы, обсудим их по моему возвращению. Есть! Свободны. Ада! Здесь! Защищай Циджиянь. Есть, лидер! Сестра Цзэюнь. Лидер очень редко покидал гору. Интересно, почему он уходит в этот раз? У лидера свои дела. В его отсутствие будь более внимательна. Есть. Кстати, следи за залом, Джоу Джень. Хорошо. Где ты его нашла? Он такой же, как от Чин Лани. У Вань Лу много связей. Носи его так, чтобы было видно. Тогда Чин Лань подумает, что тебе на него не плевать. Кстати, демоница, ты уже слышала? Завтра Ли Чин Лань уезжает. Наверное, он хочет найти тебе меч? Почему ты такая недовольная? Говорят, когда король демонов не смог заполучить меч Люохэ, его последователи так разозлились, что убили его. Ты переживаешь за Чин Ланя? Что ты несешь? Учитель. Давай пройдемся. Хорошо, идем. Пошли. Если он и дальше будет внезапно проходить, сколько лет я буду так прятаться? Мне нужно будет уйти с горы и достать меч. Телепортация может затянуться. Возможно, меня не будет 2-3 дня. О. В чем дело? Если ты что-нибудь захочешь, пока меня не будет, скажи генералу. Ты ничего не хочешь мне сказать? Учитель, берегите себя. Возвращайтесь в целости и сохранности. Я буду скучать.